К десятилетию воссоединения Крыма с Россией художественная галерея подготовила тематические кинопоказы в рамках проекта «Знание кино». Фильм о Крыме на площадке галереи показывали в марте, в канун юбилейной даты. Сейчас для горожан подготовили три ленты, которые покажут 4 и 6 апреля. В четверг, 4 апреля, в 6 вечера и в 7 часов мы показываем два короткометражных документальных фильма. Первый из них называется «Соленые озера Крыма» и, конечно же, рассказывает о потрясающе прекрасной, уникальной природе Крымского полуострова. Крым славится своими лечебными грязями и солями, различными курортами. Как сохранить эти природные богатства? Обо всем этом фильм «Соленые озера Крыма» для лиц старше 6 лет. В 19 часов покажут документальную ленту «Без срока давности. Охота за крымскими сокровищами», который посвящен событиям Великой Отечественной войны. События этого фильма документального погружают нас в 1942 год, когда практически весь Крымский полуостров был захвачен врагами. И в Крым была отправлена экспедиция немецких археологов, которые должны были подтвердить, что Крымский полуостров – это земля готов. И в этот момент началась такая охота за крымскими сокровищами. Для лиц старше 12 лет. Завершится тематический кинопоказ в субботу, 6 апреля, полнометражным документальным фильмом «Девять героев». История подвига советской разведгруппы при освобождении Крыма в апреле 1944 года. 9 разведчиков спасли крымское поселение, вступили в бой с большим румынским батальоном и получили звание Героев Советского Союза. Показ состоится в 13 часов. Для лиц старше 6 лет. На все фильмы вход свободный. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.